Уважаемые новосибирцы, я Козадой Виктор Иванович. Сегодня пришел специально в штаб Сергея Бойко. Поставил свою подпись за выдвижение его в качестве кандидата на пост мэра города Новосибирска. Это вовсе не означает, что я буду на выборах голосовать за него. На выборах я, естественно, буду голосовать сам за себя. Но, тем не менее, я считаю своим долгом обязательно прийти и поставить, чтобы Сергей участвовал в этой избирательной кампании. Каждый, кто заявился, его должны зарегистрировать, и он должен принимать участие в этой избирательной кампании, чтобы эти выборы были конкурентные, основаны на программах, на развитии. Я Сергея знаю уже давно. Он был очень активным участником протестных действий 2017 года против повышения тарифов. Боремся не только за кресло мэра, а за само такую возможность, чтобы новосибирцы принимали участие в прямых выборах, потому что не так много у нас городов осталось, где остались прямые выборы. Это большое достояние, мы должны за это биться. Мы сами должны решать, как нам жить, как нам развиваться дальше. Поэтому любая конкуренция, она только пойдет всем нам на пользу. Именно поэтому я и пришел, чтобы закрепить именно эти позиции самоучастия, потому что демократия – это прежде всего процедура. Это очень важный момент. Все попытки нивелировать эти процессы, они вредят нашему городу, нашим людям. И это недопустимо.